Всем привет, с вами Лёха, и сегодня мы распакуем iPhone 6 Plus на 64 гигабайта. Это Ростест, белый цвет, Silver. Такая вот коробка. Это Ростест. Раскрываем. Ну, я уже им пользуюсь. Это на 64 гигабайта. Стоит Ростест, он 41 990 рублей. Куплен был в Ресторе. Почему белый? Потому что других цветов в наличии нет. Так, отложим в сторону. Посмотрим, что у нас в коробке. Ну, это ванночка. Ну, документы тут яблочки. Кабель USB, зарядник и AirPods. Сам телефон. Пройдемся по передней панели. Touch ID, фронтальная камера, датчик динамика. Кнопка mute, ну и регулировка громкости. По бокам у нас снизу есть динамик, лайтинг, микрофон для наушников, мини-джек. Ну, с других торцов у нас больше нету. Вот кнопка блокировки приехала сверху вниз, сверху переехал на бок. И рядом у нас есть подсимка наносим. Сверху у нас ничего нету. Камера, видите, уже немного выпячивает. Корпус толщиной 7,1 миллиметра. Экран 5,5. Touch ID, как обычно, работает четко. Классный телефон. Всем советую. Опыт эксплуатации запишем где-то через месяц. Всем пока.